Изобилие иностранцев на улицах и праздничная атмосфера в городе. Все это и многое другое обусловлено первым всемирным фестивалем боевых искусств «Афиса», который в эти дни проходит в Ульяновске. Большое количество тематических мероприятий выпали на выходные дни минувшей недели. С тонкостями различных видов единоборств ульяновцев начали знакомить в пятницу 13-го. В торгово-развлекательном центре «Аквамол» с показательными боями выступили сразу несколько команд. На сцене развлекательного комплекса также состоялась презентация нового художественно маркированного конверта, выпущенного специально к первому всемирному фестивалю боевых искусств. Почтовый конверт изготовлен тиражом 250 тысяч экземпляров. На нем изображен логотип «Тафиса». Марку одновременно погасили президент Международной ассоциации спорта для всех «Тафиса» Джу Хо Чанг, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин и директор Ульяновского филиала Почты России Андрей Чернушка. Памятные конверты можно приобрести в любом почтовом отделении Ульяновской области. В субботу, 14 сентября, во дворце спорта «Волга Спорт-Арена» состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. По ковровой дорожке прошлись почетные гости «Тафисы». Первым слово взял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который зачитал приветствие от президента России Владимира Путина. Проведение в России столь масштабных представительных состязаний считаю закономерным. В нашей стране единоборство всегда пользовались большой популярностью, и мы по праву гордимся целой плеядой талантливых спортсменов. Желаю вам успехов, зрелищных состязаний и ярких впечатлений. Президент России Путин. Господин Джу Хо Чанг выразил признательность организаторам фестиваля и также поприветствовал спортсменов. Я хотел бы выразить признательность правительству Ульяновской области и всему организационному комитету в честь проведения такого масштабного фестиваля на Ульяновской земле. Первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы Владимир Гутенев, пожелал спортсменам праздника без травм. Хочу передать вам пожелания своих коллег. Новых успехов, новых побед и отсутствия серьезных спортивных травм. После раздался гонг. Право торжественно открыть фестиваль выпало основателю, почетному президенту Международной школы кабудо Вакаяме Масаси. Из 30 стран мира, 50 различных видов единоборств. Первый всемирный фестиваль боевых искусств «Тафиса» в Ульяновске объявляется открытым. А дальше началось шоу. Сценарий открытия «Тафиса» придумали в Санкт-Петербурге. Представление было выстроено в виде комикса, который, ко всему прочему, экранизировали на экране. Главный конвой стал поединок двух школ единоборств, которые представили талисманы первого всемирного фестиваля боевых искусств «Кот Тафисик» и «Мишка Самбишка». А дальше каждая страна-участница знакомила зрителей с тем или иным видом единоборства. Первыми на татами вышла сборная Кореи по тхэквондо, которая нарушила все законы гравитации. Корейцы не переставали удивлять и после. Настоящий фурор произвела их презентация хапкидо. Израильтяне представили крав-мага – вид единоборства, где правила ведения боя почти отсутствуют. Следом вышли бразильцы с капоэйра – боевое искусство, рожденное из танца. Делегация России представила кёкусинкай карате. Некоторые показательные бои были костюмированы. Thank you.
фестиваль вообще замечательный, церемония тоже, то есть все организовано, не через день, не толкучки. Ну, мероприятие завораживает, то есть эмоции прям живые. Все очень понравилось, эмоции зашкаливают, все очень здорово, классно. А какой-то, может быть, вид спорта для вас сегодня был открытием, вы не знали об этом единоборстве? Да, вот представители Малайзии плюс представители Израиля. В торжественной церемонии открытия первого всемирного фестиваля боевых искусств приняло участие свыше 1000 человек. Рената Алиулова, Виктория Чиркова, Юрий Конихин, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.